Эй, всем привет! Значит, вчера вот этот датчик навел очень много шуму, когда вы его увидели при съемке, при мойке машины. И очень много людей прям написало мне, что это такое. Когда я им сказал, что это датчик температуры шин, никто не поверил. Но так вот, смотрите. Температура заднего левого колеса, температура заднего правого колеса. Вот здесь все это есть. Есть еще это и в виде ползунка. Где можно это все видеть. Очень удобно на самом деле контролировать температуру на прогреве и понимать, когда шины в нормальной кондиции. Поэтому был такой эксперимент, который, в принципе, неплохо себя показал.